В преддверии празднования Дня президента в Республике Казахстан в городе прошла читательская конференция, посвященная книге Нурсултана Назарбаева «Эра независимости». В ней описывается развитие казахской модели, ее эволюции и основные принципы становления государственности. Книга «Эра независимости» состоит из 4 отделов 31 главы 506 страниц. В основной части подробно описывается характеристика этапов строительства суверенного государства с момента его основания. Она охватывает исторические события 1991-1995 годов. Во второй части описывается период второго возрождения и развития страны за последние 10 лет. А в заключительной части Эльбасы обозначил цели и задачи развития государства в будущем. Также была организована книжная выставка, где были представлены книги о первом президенте, о его работах и достижениях. Читатели задавали вопросы, раскрывающие содержание книги, и делились мнениями. Цель нашей конференции – донести до читателя историю независимости нашей страны, ее прошлое, настоящее и перспективы на будущее. Также наша задача через такие мероприятия популяризировать книги первого президента страны, имеющиеся в нашем фонде.